Добрый вечер, записываю для вас обзор на системный блок в корпусе Zelman. Состояние системного блока. Все порты. Здесь просто нету металлической защитки. Дисковод. Дисковод, скорее всего, отключен. Параметры. Параметры компьютера. Процессор Intel Core i5 10-го поколения, 16 гигабайт оперативной памяти. Видеокарта GTX 1050. Процессор. Жесткий диск установлен на 500 гигабайт, SSD. Подключена клавиатура, мышь. Еще раз, пожалуйста. Intel Core i5 10-го поколения, 2,9 частота процессора, 16 гигабайт оперативной памяти, установлена Windows 10 Pro. 500 гигабайт жесткий диск, видеокарта. Видеокарта у нас установлена GTX 1050 Ti. Видеокарта у нас памятью 4 гигабайта. Можно зайти проверить. Информация о системе видеокарты. Выдаваемая, выделяемая память видеокарты 4 гигабайта DDR5. Компьютер в корпусе Zelman.